Я продолжаю знакомиться с творческим комплексом «Милое Отечество». И вот следующая композиция – это было «Новогоднее пожелание». И я прослушал данную композицию, мне она очень понравилась. Она вызвала у меня очень такие теплые ощущения, очень душевная композиция. Ощущение, что как будто я на каком-то новогоднем празднике. И, конечно, когда я прослушал эту композицию, то у меня ощущения были счастья, радости и прилив сил, ну, в ожидании Нового года. Очень интересная композиция, и всем советую ее послушать.